Архитектурно-историческое наследие Магнитки бесценно. Когда в очередной раз перед городским руководством стал вопрос, сохранять или нет старый архитектурный объект, разрушающуюся арку между домами на проспекте Металлургов, решение было принято в пользу истории. О дальнейшей судьбе арки рассказывает Юлия Никифорова. Мы находимся между домами 17 и 19 по проспекту Металлургов. Эти дома и арка, которая их соединяет, были построены в 1952 году. Им более 60 лет. Жесткие погодные условия середины ноября этого года, резкие перепады температур оказались критическими для арки. Она начала разрушаться. Трещина в центральном своде арки образовалась давно, но именно после ноябрьских температурных перепадов она раскрылась и началось выпадение кирпичей из кладки. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям проход и проезд под сводом центральной арки в целях безопасности перекрыли и огородили. Подобные строительные объекты, не имеющие особого функционального значения, относят к так называемым малым архитектурным формам. Главная их ценность в том, что они придают неповторимость облику двора, улицы, города. Эта арка, аналогов которой в нашем городе нет, архитектурно-историческая ценность и гордость Магнитки. Я считаю, что ее надо отремонтировать, потому что заезд очень красивый с проспекта Металлургов. Ну и потом, не так уж это дорого, наверное, все-таки стоит, чтобы отремонтировать. Это вид же нашего города. Весь проспект Металлургов построен по ленинградским проектам. Так что это, в принципе, историческое место. Я считаю, надо отремонтировать. Мнение руководства городской администрации по поводу дальнейшей судьбы разрушающейся арки совпадает с мнением жителей. В настоящее время специалисты Магнитогорск граждан проекта уже начали работу над проектом по реконструкции арки. Сергею Николаевичу Бердникову было доложено в первый же день, когда случилось раскрытие трещины. Значит, мы предлагали различные варианты, но однозначно мнение главы оставить, сохранить максимально, и даже не максимально, а в том виде, в котором она на сегодняшний день присутствовала до этого года, сносить мы ее не будем однозначно. Будем смотреть все возможные варианты, усилить и восстановить в том первозданном виде. Согласно планам городского руководства, центральный проем арки будут укреплять с помощью металлоконструкций. Обязательным условием реконструкции станет использование керамзитовой штукатурки с мраморной крошкой, чтобы обновленная арка не выбивалась из общего архитектурного ансамбля проспекта Металлургов. К восстановительным работам планируется приступить в феврале-марте 2017 года. Юлия Никифорова, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.